Так, вот у нас солнышко и пятнышки. Будьте любезны. 3 октября 2023 год. Сегодня чуть поменьше дымки. Так, значит, что я сделал? Я поставил ISO 1 к 125. Ой, ну аж, ну буря, солнечная буря сегодня, да, как это называется, магнитная, не магнитная. Насколько я помню, как раз обилием солнечных пятен характеризуется солнечная активность. Матери Божия, ты смотри, что творится. Скажи, как неверующий. Еще раз говорю, ну то есть не на этой записи, каждое это пятнышко много больше, чем размер нашей Земли. 12 тысяч километров в диаметре. Красотень. Ну попробую сейчас максимально увеличить. Конечно, все расплывется. ISO 125. Конечно, не та красота. ISO 125. Третий раз сказал я, да, уже. Это птички. Они не на солнце, они местные. Earthborn. Как это называется? Так, господи, забыл. Фокусировку, фокус. F, короче, параметр F, восьмерка максимальный. Так, но придется мне на два файла разбивать, иначе слишком громоздкое будет. И 1 к 8000 выдержка. Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000, оптический зум 125, цифровой 4.